вчера ты вкинул. Я про это даже не знал, что у вас Сальгадо, оказывается, был в заявке. Начал Сальгадо, был в заявке, ну, второго сезона МФЛ, получается. Вы будете что-то... Я знаю, у него большая связь с родиной. Да. Профессиональным клубом он там... Он возглавляет или там спортивный академию, директор. Нет, Пафос, Пафос. А, он Пафос, приезжал. Точно, да, Пафос. Это находится как бы в одной. Вы планируете его как-то задействовать? Потому что это громко. Блин, ну, вот, гады, это топ игрок. Ну конечно, слушай, на самом деле у руководства родины выходы есть на огромное количество крутых игроков. И Рональдиньо, и Иньеста, и в принципе можно было бы с ними что-то сделать, но все мы знаем, что в России происходит, и они как бы побаиваются. Ну, да. Если будет какой-то выездной турнир в Турцию, в Дубае, как бы о чем я бредю, да, то может быть получится кого-то из них подтянуть. Это будет для медиафутбола, для России пиздец. Вау. Но... Слушай, ну я насколько знаю, просто по другим мероприятиям Рональдиньо за хороший кэш готов ехать. За 300к. 300к долларов. Один это, матч. Это не один матч, это прям. Один час, да. Не-не-не, это прям он приедет, он там и в маечке выйдет. Так. Со спонсором и несколько матчей проведет. То есть он прям погрузится в атмосферу. Но это если ты с улицы зайдешь. У нас есть заход подешевле. То есть мой друг, например, Султанова, многие знают, там, ну, Амиран снимался, дубайский. Он вообще его лучший друг. И можно договориться, можно, может совпадут даты, и он будет тоже в Дубае, просто приедет на один матч. Но в Россию, думаю, что нереально вообще сказать. Вот сейчас в Россию мы хотели на прошлый сезон. Ну, много кто у нас был в разработке, сейчас не буду, знаешь, там... Именно из вот легенды. Из легенд, да. И все как бы так. Ну. Мичел Сальгадо, он нам окнул на второй сезон, но когда узнал, что придется лететь в Москву и потом 18 часов на поезде до Краснодара, он сказал, блядь, вы что, 36 часов в поездах? Не, я такого никак бы никогда в жизни не проводил, не буду.